Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Улуха. У нас 29-й день, и я зарабатываю яйцо какого-то дракона. Давай посмотрим. Болитряс, вау. Такого у меня не было, эксклюзивный. Так, на острове нет свободного места, поэтому отправляем его сразу же в ангар автоматически, да? Так, ну что, начинаем с открытия пака, как всегда, по традиции, ребят. Так, монеты Одина, это само собой. 9 штучек забираем. Ну, а здесь пристиголов, громобой, древоруб. И пошли ресурсы. Пошли, 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 пошли. И закончились. Так, ладно. Я думаю, стоит... Куда ты делся? Я думаю, что нам надо еще посмотреть бесплатный пак. Опять же, монет Одина 9 штук. Ну и остальное. Ресурсы, ресурсы. А в конце интересно, что нам? Опа, кто это? А, громовой. Необычный. То есть такой у нас есть. Ну что ж, будем его отпускать. 45 тысяч рыбы он нам дает. Да, я хочу его отпустить. На вольные хлеба. Так, ну что? Прокачался у меня громелька. Также водорез. Давай покормим теперь их. И лети, прокачивайся дальше. Так, секундочку. Беззубик, что ты мне принес? Рыбы. Так, флаг. Флаг и... Вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. Так, что у нас тут? Древесина. Вы не прохлаждайтесь, а дальше собирайте древесину. Расселись, понимаешь, мне здесь. Так, с этими надо, наверное, ребятушки, разобраться. Пускай они идут на приключения, на дальнейшие. Так, 8 рун, это хорошо. Пускай он летит на ожидание. Естественно, бесплатно. Так, кривоклык, а у тебя что? Шестеренки. А, нет, яйцо. Смотри-ка, яйцо, да? Летные уроки. Опять же, бесплатно. Дальше у нас здесь идет сарделька. Что будет? Морская звезда. Ну что же, пускай забияка и задирака. Успех гарантирован. Нет, я лучше бесплатно. Ну и наш барсик. Что здесь на выводит? Руны. Окей. Продолжить. Шепот смерти. Так. Нет, бесплатно. 7,5 миллиона рыбы я за ракушку отдавать не готов. Ну что, друзья мои, нам, во-первых, нужно с вами допройти события. Так, смотри, 200 рун, елки-палки. А тут-то что такое? Открыть. 5 дней осталось. Всего лишь 5 дней. Ребята, а у меня 3000 якнога. Блин, у меня не хватит, я, наверное, не успею. Если только брать снежно-шапочника. Слушай, давай потерпим. 5 дней все-таки есть. Возможно, мы с тобой накопим на ледоцыпа уникального. Ну, на худой конец, может быть, буреграда возьмем. Да? Либо-либо, там уже определимся. 5 дней еще есть, так что спешить не будем. Что дальше я хотел сделать? А, ну давай события, наверное, допройдем все-таки, да? У нас в прошлой серии закончилась просто-напросто энергия. Да и то, до сих пор она не накопилась полностью. Твою ж налево, тут враги-то будут посерьезнее. Так, у нас 1000 тусклого янтаря на кону. Я думаю, мои дракончики меня не подведут. Ну-ка, 2 волны. Так, здесь у нас один. Поехали. Сейчас мы его попробуем разобрать. Ну, как всегда это делается. Так, ну-ка. Сарделька молодец, не промахивается. Что, он сейчас влупит, да? Влупил. Так, последняя волна и смотрим. Слушай, по идее, мне кажется, вот здесь лучше наказывать шепота смерти первым. Потому что он на 3 энергиях может сделать супер удар. Я этого не хочу. Ага, а здесь мы сделаем с тобой, наверное, вот так. Пускай нам помогает костолом. Кого он будет бить? Из своих, я имею в виду. Молодец. Так, это вот у нас Громоль.
Так, тихо, тихо, тихо. Вот этот сейчас будет буянить. Ребята, сейчас будет буянить. Как пить дать. Ого, сколько, 500 с лишним урона он нанес. 500 с лишним, ребята. Офигеть. Ну что же, у нас с тобой только один вариант. Это ставить отражение на нашего, как говорится, сардельку. Ну и то я не знаю, как мы далеко с тобой и долго сможем прожить. Если я сделаю вот так. Будете атаковать барсика? Этот не стал. А ты? Он все за свое, а? Ладно, этого добьем. Так, и начнем вот с этого. Кого ты будешь атаковать? Ты достал уже, а? И это сейчас будет, да? Так, друзья мои, мы в большой-большой опасности, если честно. В огромной просто. Так, о, видишь, как только у нас с тобой исчезло отражение, он начал бомбить. Я нисколько в этом не сомневался, что он именно будет здесь бомбашить. Опа. Что-то новенькое. Так, мы можем хильнуть, конечно, но я попробую. Я попробую без этого, наверное, обойтись. Должны мы его все-таки одолеть с тобой. Так, сейчас, наверное, ударит. Блин, по-моему, барсика потеряли. Оу. Слушай, ну я не ожидал. Не ожидал, что вот так вот мы с тобой сможем победить. Так, мы перемещаемся, крутим с тобой колесо. И выпадает нам энергия. Спасибо. Второе колесо. И выпадает нам рыба, да? 2,5 миллиона. Плюс мы с тобой забираем тусклый янтарь. Так, ну что, давай смотреть, кто у нас будет здесь. Как ты понимаешь, это будут маленькие мини-боссики, типа того. И после них у нас будет отличный пак доступен. Откроем, посмотрим, что там выпадет. Но вначале нужно, конечно же, победить. Три волны здесь. Так, душитель, громорог. Конечно же, будем начинать с душителя. В этой команде, опять же, нам не хватает хила. Ох ты, что творит, а? Что же ты вытворяешь, а? Блин, ну... Не успеем, да? Сейчас звезданет. Будут брать, наверное, вот... Ага. А этот все равно будет атаковать кривоклык. Да, друзья мои. Печалька. Я могу, конечно, его немножко защитить. Вот таким вот образом. Но это только... А, мы можем хильнуться, кстати. Вот что. Точно, друзья. Я совсем забыл, что у меня есть груша. Да-да-да, мы с тобой так, пожалуй, и сделаем. Я поставлю на отхил. И мы залечим раны. Молодец, красавчик. Так, ну что. Залечили раны. Так, раз, два, три. То есть мы успеем, да, его забомбить. Конечно, плохо, что грушу мы с тобой потратили здесь. Наверное, нам надо было на третьей волне, но... Что сделано, то сделано. Поехали. Так, здесь у нас фиолетовые все, да? Блин, сейчас же будут... Твою же налево. Блин, он слабый какой-то. Наверное, сделать лучше нам... Вот так, скорее всего. Может быть, конечно, роковая ошибка сейчас будет, но... Я думаю, что это будет оптимально. Он, по крайней мере, понижает броню. Слушай, а он почему-то не понизил. Твою ж дивизию. Офигеть, друзья мои. Слушай, по-моему, тут фейл. По-моему, тут фейл. Фиолетовые лохмандеи меня просто разнесли здесь, понимаешь? Надо брать ветрокрыло. Все, ребят, решено. Понятно все. Так, ну они тоже промахиваются. Ладно, может быть, еще поборемся с тобой. Давай я вот так сделаю. Атакуем водореза.
Я в этом нисколько не сомневался, что они будут уничтожили Барсика мне. Ну что, атакуйте. Ага, давай ты. Мы с тобой... Зачем? Зачем нам так делать? Вот таким вот макарам. Они все равно сами себя убьют. Ну а на последней волне нам с тобой делать нечего. Там их будет трое. Там еще боссик будет. И я тут со своей ерундовиной. Ну давай посмотрим. У-у-у. Да. Попробуем. Вдруг выживем. О, вот это хорошо. Сам себе же отлично. Давайте атакуйте. Ну. Что-то сами себе они наносят вообще по минималке, да, урону. Вот что я заметил. Вообще помаленьку. Ну а ты что? Сам себе опять, да? Ну давай попробуем. Я не успею, ребят. Здесь не получится. Он опять же ударит и все, и будет крышка. Хоть они тут не особо много урона наносят. Сейчас звезданет. Переигрываем, короче. Кто у нас хорошо рулит против фиолетовых? Мы прекрасно знаем, по-моему, зеленые, да? Значит так, если здесь противники зеленого цвета, нам нужно их брать. Так, давай посмотрим, у нас с тобой... Если смотреть по атаке, давай-ка глянем. Фиол, да? Получает больше люлей от зеленых. Поэтому берем с тобой ветрокрыло. Снарядить вот сюда. А Барсика мы заменим, наверное, на тройной удар. Попробуем с тобой вот такой командой. Не знаю, что из этого получится. А вдруг затащим каточку, а? Три зеленых. Так, ну здесь душитель, это понятное дело. Мы начнем с тобой бомбить. Лупим. Атакуем. Так, ты кого? Угу. Сардельку атакует, а? Понизили броню. Две атаки. Добивка. Так, теперь мы можем с тобой хиляться. Оу. Понижаем броню. Ребята, будем, наверное, подлечивать наши раны. Подожди-ка, это же не зеленый, это фиолетовый. А что я так лопухнулся-то? Вот это да, ребята, я лопухнулся, я взял фиолетового. А хотел брать команду зеленых. Ладно. Слушай, сейчас что-то будет. От него какой-то будет суперудар, наверное, смотри. Ага, он ставит на себя защиту. Причем довольно сильную. Ну-ка. Но мы же все равно ее должны пробить. Прекрасно. Так, вторая волна, друзья мои. Тут тоже все фиолетовые. Ну-ка, поехали. Так, фиолетовые нам практически по минималке будут наносить урон. То есть мы с тобой будем успевать отхиливаться. Опа! А, это же фиолетовый. Слушай, наверное, нам надо будет, знаешь, что сделать? Поставить его под защиту. Только вот как? Как, блин, нам его под защиту поставить? Скажи мне на милость. Слушай, а мы же можем вот так сделать. Ну, убить-то не убьем, конечно, всех. Но хорошо покоцаем их. Ага. Все, потеряли мы с тобой, по ходу дела, тройной удар. Ну что ж, будем выживать теми, кто остались. Конечно, без тройного удара будет плохо. Он же понижает защиту. Да чтоб вас, какого хрена они так бьют? Сильно. Я не пойму вот этого. Они должны минимальный урон наносить по мне, но они влупляют, будь здоров, ты посмотри. Переключились, а?
переключились, понимаешь ли. На. Что-то мне подсказывает, мы с тобой здесь не справимся. Так, я хильнусь. Атакуем. У нас с тобой одна энергия есть. Одна энергия. В принципе, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Заморозить их. Ну, усыпить. Давай попробуем. Да ладно, такой маленький урон. Такой маленький урон, серьезно? Он еще и промахивается, а? Ну ты посмотри на него. Слушай, ну он почему-то его не разбудил. Вот сейчас он, да, проснулся. Так, тихо, эти пускай спят. Что ты там собрался делать? Этот проснулся. Твою же налево. Так, давай, наверное, хильнемся. Нам нужно с тобой хотя бы одного водолеза вырубить. Нет, это труба, ребята. Хотя, слушай, не так уж сильно он бомбанул по нам. А вот этот, окей. Так, давай вот этого, наверное, все-таки надо нам. Блин, я не успею, наверное, да? Они сейчас уничтожат, по-моему, сардельку мне все-таки. Скорее всего, да? Они заколупали. Просто в корень же. Хорошо, что тут защита стояла. Поехали. Раз. Раз, раз, отлично. Так, сейчас этот по кому будет бить? Давай по ветрокрылу. Нет, к сожалению, не туда. Слушай, это плохо. Будем замораживать, наверное, да? Поехали. Пока у нас с тобой усиленная атака. Ты же знаешь, да, что этот будет делать? Этот будет с разбега нас бомбить. А этот будет отхиливаться. Трындец. И этот проснулся. Почему так быстро он проснулся? Вот, вот скажи мне, Нейтс, почему он так быстро оклемался? Нет, все, ребят, трэш, трэш. Крышка, короче. Я не могу с ним справиться. Не могу. Это сейчас оглушит и все. Они вроде тут распинали меня. Нафига я взял тройного удара? Скажи мне, а? Вот зачем я его взял, если он фиолетовый? Давай-ка поменяем опять команду. Лаварых. Я не хочу его брать. Сарделька у нас уже есть. Вот этого Громеля взять? Да ну его. Вострозуб. Слушай, Древоруб. Может быть, тогда уже Громобоя взять? 9-го уровня, а? Громобой 9-го уровня. Снарядить. Хей, не знаю, что из этого получится. Разряд, как ни крути, все-таки 10 уровень имеет. Он мощный, но его разбирает с полточка. Ребята, надо пытаться все отыграть, чтобы знать, прав я или не прав. Да, я не спорю, Громобой не особо силен. Но я надеюсь, что они не так быстро его будут разбирать сейчас. Давай, поехали. Раз, два. Хил только у нас тут один, вот что. Обидно. Один хиллер. Было бы два, было бы намного лучше. Так, секундочку. А, у нас два хила, ребята. Два хила. То есть он... Вот, отлично. Слушай, ну тогда, может быть, мы с тобой здесь сможем выиграть. Защита стоит? Стоит. Так, кого опять будешь бомбить? Понял. Ответ. Так, здесь мы, наверное, пока лечиться не будем. А вот так вот надо сделать. Надо, ребята, так сделать. Сейчас что-то будет. Блин, это массовая атака. Так, ну ладно, давай. Ходи. Лечись. Мог бы, конечно, и хилку врубить, на самом деле. Ну, в принципе, ребят, если мы сейчас с вами успеем захиляться, хотя бы,
Чтобы там, ну, даже пускай чуть-чуть не хватит, но... Раз. Прекрасно, прекрасно. И еще, конечно, хотелось бы поставить баф на усиление, чтобы на следующей волне мы с тобой начали уже хорошо разбирать врагов сразу же. Ты понял, да? На начальном этапе. Так. В принципе, ему крышка. Все, смотри. Сняли броню. Так, погоди-ка, если... Вот. Сделаем вот так. И добьем. Так, здесь мы с тобой начнем, пожалуй, с этих, да? Фиг с ним. С водорезом с этим. Начнем с пристоголовых. Да вы запарили, а? Поехали. Раз. Два. Практически крышка одному. Так, смотрим дальше. Водорез опять сюда будет бомбить. Понижает специально мне защиту. Так, нельзя давать им, ребята, использовать суперудары. Давай я, наверное, вот так сделаю все-таки. Блин, ну, добьем. Так, они пока чистые, да? Я имею в виду, ничего не могут применить. Так, вот этот в основном жарит. Кого бы в немоту отправить? Или просто хильнемся? Хильнемся. Все, залечили раны, поехали. Так, ну этот понизит броню, кому? Видишь, у него пониженная атака, по мне. Вот это все равно что-то пробивает. Раз. Так, хил. Раз, два. Так, водорез, что там хочет сделать? Он же не знает, в кого бомбить, а ты? Этот все на своем стоит. Поехали. Раз. Отлечимся. Блин, плохо. Живем, друзья мои, пока все у нас под контролем. Так, теперь сделаем вот так. И, как ты видишь, остался лишь водорез. С какого перепуга он опять второй раз ходит? Он достал уже, а? Так, давай лечиться. Фулл ХП у нас будет, да, я так понимаю? Опять он ходит. Ты запарил уже. Так, полностью залечим раны. И добьем. А вот теперь самое интересное. Так, водорез. Начнем, блин, может быть, с... Так, подожди, сейчас посмотрим. Ладно, атакуем. Сюда. Сюда. Так, и бафаемся. Понятно. Так, сейчас два раза опять он ходит, а потом уже начнем мы. Лишь бы сейчас нам не сняли атаку. Потом надо будет хиляться. Поехали. Одного надо убрать, нужно полюбаську. Ну-ка. Слушай, ну в принципе еще один заход и водореза мы вырубим. Баф, главное, чтобы не спал. Твою же налево, блин. Хильнулся, да, на 152 единицы здоровья. Поехали. Раз. Два. И добивка. Отлично. Так, смотри, еще один водорез. Еще один хиллер. Мы можем с тобой... Давай, наверное, вот так сделаем. Ударим. И пробафаемся. Так, этот нам пока не страшен. Этот опять будет сейчас, наверное, магию, да, применять? Все, я тебя понял, парень. Раз. Два. Так, добивка будет ему, ребят. Это сейчас будет разбег делать. Я надеюсь, мы выживем. Пока живем, отлично. Так, водорез. Тебе же крышка сейчас будет, да? Вот. Так даже лучше. Так даже эффективнее. Поехали. Ну что, все?
Попал ты, парень, по-моему. Круто попал. Добить сможем? Есть. Все-таки, друзья мои, мы победили здесь. Ну что, крутанем колесо и посмотрим, что нам здесь выпадет. Опа. Пак. Прекрасно. Давай еще разочек, посмотрим. Энергия. Ну, тоже неплохо. И забираем с тобой вот этот пак. К сожалению, друзья мои, мы с вами отыграли все попытки. Так, крылатый ужас, громель, костолом. И все. Короче, нам еще нужно с тобой подраться. Здесь, здесь и здесь. Получается три поединка. Ну что же, хорошо. Я буду готов в скором времени. Так, забираем с тобой тусклый янтарь. 1000 сейчас будем перерабатывать его. Открываем с тобой пак. Посмотрим, что здесь выпадет. Ага, рыба. А, тут ресурсы, что ли? Ух ты, громоножка, но он у нас есть. Ну что, будем его, наверное, отпускать. Хотя, подожди. Подожди внимательно. Я, знаешь, что думаю? Вот у нас есть с тобой такая возможность, да? Открывать паки. Это вот где, ты помнишь? Сейчас, во-первых, откроем с тобой здесь. Ага, откроем. Я его только активировал. Открываем вот этот вот. Шипорез, змеевик. Зеленую смерть мы с тобой отправим на задание. Сейчас заберем. Ага. Так, иди дальше ищи. Сейчас, подожди, ребят, я сейчас все доделаю здесь, чтобы потом не забыть. Так, беззубик пока здесь. Что ты мне принесла? 20 тысяч рыбы. Ну-ка, а, тут пока еще. Понятно. 3 часа нужно подождать. Давай-ка вот здесь тогда за тобой заберем все эти награды. 30 якнога. Еще 50, почти суточка. 1,5 миллиона рыбы получили. Все, закрываем. Так, что я хотел? Хотел. А, вот, ребята, смотри. Вот мы должны с вами, я так понимаю, набрать определенных драконов, да? Вот если мы их наберем все, что у нас будет? Скажи-ка мне на милость. Ничего? Вот, почетный караул. Если мы собираем, мы получаем с тобой вот эти вот награды, да? Дальше у нас с тобой идет баю-бай. Кораблетопитель, болт и поплавок, оглушатель. Приливной планер-защитник. Офигеть. Где вот таких драконов взять? Скажи-ка мне на милость, а? Смертельный аттракцион задираки, прикинь. Граф, терзатель. Нюхохват, защитник. То есть мы можем с тобой спокойно отдавать, да? Одного. Да, ребята, можем отдавать его. То есть он ни на что не влияет. Ну что, отпускаем его. 190 тысяч рыбы всего лишь дает. Эх. Так, ну давай здесь мы с тобой поставим на обмен. Дальше у нас идет... Ну что, будем, наверное, делать оборонку с тобой. 46 уровень флота. Неплохо, да? Поехали. В плане, подожди, а что такое? А-а-а, водорезик у нас с тобой на задании где-то. Хм. Хорошо. Обойдемся и без него. Поехали. Ё-моё, флот-то какой, а, мощный, ты посмотри. Откуда мне выпустить с этого нашего беззубика? Наверное, вот здесь, снизу. Будет самый оптимальный вариант. А этих уже вот здесь получается.
попробуем. Надо как-то подцепить. Ну. Давай, там совсем чуть-чуть не хватает мне. Есть. Так, а здесь, наверное, все-таки подобьют. Да, паршивый корабль сейчас кого-то уничтожит мне. У беззубика даже атака. Посмотри, насколько дальше он бомбит. Эти, короче, отвоевали. Давай, беззубик. Как всегда, мы с тобой потеряем ключ. Ну и фиг с ним. Давай поможем. Ох, какой маленький ничтожный урон. Ну давай, родной, ты уже бомби. Ну что же, 46-й флот этого Элвина погиб. Мы его только что отправили на дно. Два ключика, конечно же, я буду их открывать. Заберите награды. Давай вот здесь и вот здесь. Ну, в принципе, неплохо. Так, ладно, поговорили и хватит. Что у нас дальше? Можно, в принципе, беззубика отправить дальше. На поиски, да? Слушай, а по заданию что он там должен нам найти? Так, креветка. Блин, нужен 50 уровень. Кстати, да, насчет уровня. Ты не хочешь пойти потренироваться, а? Беззубик, ну-ка иди, обучайся уже. Прохлаждается он мне здесь. Тут как раз он... Вдвоем будете учиться. Так, а мы с тобой кого-нибудь сейчас прокачаем. А, тут уже на тренировку просится. Так. Древоруб. Древесину тут, да, добывает нам. Он тоже готов идти качаться, но там все занято. Друзья, у нас остается что с вами? Так, подожди-ка. Нифига, вот эта штука стоит 435 рун. Вы издеваетесь просто, а? Я лучше так, на халяву. Ребят, я беру все, что есть. Так, подожди, подожди, подожди. Там что-то должно быть. Ну-ка, покажи. Блин, где вот эти вот колокольчики? Я не могу понять, а? Где вот взять их? По-моему, только в одной локации они достаются. Так, рыбу давай заберем. И прямиком с тобой бежим на арену. Погоди, я там кого? Ну хотя, ладно, пускай будет так. Пускай будет такая у нас с тобой команда. Что за вражина? Ага, кревет. Ну что, начнем с него. Так, он будет влуплять вот сюда должен. Правильно. А ты куда? Я вас понял. Блин, этот усиленную атаку себе поставил. Это плохо. Сейчас. Слушай, мы успеем? Нет, не успеем мы поставить на него слепоту. Он будет бомбить сардельку, по идее. Твою же налево. Сейчас ушатают ее. Йо. Офигеть, он вжарил. Кого ты уничтожишь? Понятно. Так, ну что, поехали, друзья. Будет помогать этот хлыщ нам. Молодец. Так, ты кого атакуешь? Понятно. Нам, значит, нужно сюда бомбить. И теперь сюда. Давай, добивай своего кореша. А мы добьем тебя. Крутая тактика, да, на арене это, конечно, все рулит. А вот в боях почему-то не особо, особенно на испытаниях, да? Круто, ну-ка покажите мне, какой тут выпадет нам пак. 30 кубков и... обычный. Вот в этой команде, друзья мои, я нашего барсика держу только лишь из-за того, что у него очень хороший уровень, 13-й.
Ну что, поехали, влупляем. Бомбим. Так, добить сможешь его? Фиг там. Но все равно лучше атаковать, наверное, его. Промахи пошли. Ай-яй-яй. Так, а этот кого будет кусать? Только не говорю, что ты сейчас барсика мне вынесешь. Почти, почти, друзья, вынес. Так, кто там будет? Вот этот ходить, да? Молодец. Хвалю. Ну что, попрощаемся с барсиком. Он был хороший воин. А мы с тобой продолжаем бомбить. Этот будет атаковать своего кореша. О, тем более еще и суператакой. Ну, спасибо. Это очень хороший подарок. Ну, что ты там дергаешься? Угу. Так, опять же, вешаем. Ну что, задумался. Он уклонился. Прикинь, вот этот уклонился. Пока живем. Так, я надеюсь, он добьет своего дружбана суперударом. Да. Идеально. Ну, а мы добиваем его. Все четко. Все как по часикам. Ну, а тут у нас кто? Тут солянка, во-первых, да? Ах ты. Заморыш. Ну, давай, наверное... Нет, лучше... Хотя... Поехали. Завалим этого. Потом займемся громобоем. Если, конечно, выживем. Так, кто сейчас ходит? Он, потом опять он. Потом ходим мы. Плохо, что-то так сделал. Добиваем. Воу! Да ну, так, громобой, ну-ка, поработай-ка на меня, пожалуйста, а? Давай. Это хорошо, ты придумал. Так, сейчас будет ходить пристеголовый. Так, теперь ходим мы. Дальше сделаем вот так. Завали своего кореша, а? Сможешь? Оу, супер атакой. Прекрасно. Одобряю. Что, ребята, сможем одолеть его, а? Как бы шанс есть. Не то, что есть, а он и будет. Если мы на него повесили слепоту, то он будет промахиваться. Все. А мы, соответственно, будем его просто разбирать. Это круто. Вот именно этим мне и нравится кривоклыв. Отлично. Двигаемся дальше. Ну, а здесь дела обстоят немножко похуже, потому что два красных дракона, плюс еще 14-13 уровень. С кого начнем? Давай, наверное, с кривоклыка. Это тоже еще тот поганец противный. Он же фаерболы, да, выпускает? По-моему, он. Ой-ой-ой. Да, он берет здесь только уровнем. Уровень большой, поэтому он меня и разбирает с полтычка. Сейчас кого-то мы с тобой, наверное, потеряем. Так, секунду, кто-то будет ходить, этот? Ну, мы, наверное, вот так сделаем. Хотя, ладно, фиг с ним. О-о-о. Кого ударишь? Понял. Добьем. Так, теперь надо этого атаковать. Надо ушатать как можно быстрее его. Жестко лупит. В принципе, все. Этого мы одолели. На этого вешаем слепоту. И все, и он будет наш. Блин, я даже удивлен, что мы всех с тобой сохранили. Я думал, барсик погибнет, но нет. Барсик выжил. И, кстати, после этого боя мы с тобой заберем пак Одина. Поехали. Сюда. Эй, не добил чуть-чуть. А вот и все. Побед за нами. Ну вот и пак. Давай посмотрим. Почему я назвал пак Одина, когда это пак вождя?
Совсем уже переиграл, по-моему, да, я? Криво-крив. Подожди-ка, почему? Почему мы с тобой разыграли всего лишь один пак? А где второй? Интересно. Я вообще-то рассчитывал на два пака сегодня, а меня побрили. Так, ладно, забираем с тобой руны. Тут у нас что? Якнок, 140 штук. Неплохо так себе, да? Отправить дракона в приключение. Так, собрать рыбу. 42 миллиона. Совсем, что ли, брякнулись? 42 миллиона, ага. Прям сейчас побежал и собираю. Ну что, ребята, я думаю, что очень неплохо сегодня повоевали. У нас 10 миллионов рыбы. Что я могу здесь улучшить? Здесь древесина нужна. Что у нас вообще за рыба хоть может улучшаться? Ничего, только этого если покормить. Ну, покормил. А, и вот этого можно. Нет, его можно обучить. Обучить. Кушай. 1000 стрел 15 уровня. Сладкоед. Окей. Так, ты тоже покушай. Так, ага. Этого можно обучать, отправлять. Вот этого покормим. Лохматый вой. Блин, опять я не протестил штормореза. Ребята, ё-моё, я все время забываю. Тут, короче, мост построится, да? Плюс еще у нас пилорама. Страж, жутик. Я, кстати, так и не посмотрел, что... А, жутика нельзя же на арену брать, да? Да, получается... А почему у меня... Что-то никто не работает. Что-то все на расслабоне, ты посмотри. Балдеют. Ты как-то объясните, а? Быстро, арбайтен. Сидит там, крутится. Ну, и ты тоже иди. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!